Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 48. Верну ли равенство? Запишем А. 3 четвертых равно 15 двадцатых. Чтобы сказать, верну ли равенство, нужно посмотреть на левую и правую части. Давайте возьмем правую часть. 15 двадцатых. Эту дробь можно сократить на 5. Получаем 3 четвертых. У нас правая часть равняется 3 четвертых. Соответственно, она равна левой части. Значит, это равенство верном. Б. И опять посмотрим на левую и правую часть. 7 разделить на 5. Можно записать в виде дроби. 7 пятых. 77 55-х можно сократить на 11. Получаем 7 пятых. Левая и правая части равны, значит, равенство верно. И В. Левая часть 12 18-х. Это дробь, которую можно сократить на 6. Получаем дробь 2 третьих. И правая часть 14 разделить на 21. Можно записать в виде дроби 14 21-х. И можно сократить на 7. Получаем 2 третьих. И опять левая и правая части у нас равны. Значит, равенство верно. Мы сделали номер 48. Если у вас есть вопросы или предложения, то оставляйте свои комментарии под видео.